Александр. Здорово, Сергей Геннадьевич. Как ты? Ничего. Машинку твою пробовал. Пробовал? Стирал, видишь? Отстирал? Отстирал. 4 рубашки постирал. 4 рубашки? Да. Кипенный белый. Порошок добавляешь? Да. Слышь, еще просьба. Курить мне возьми 2 пачки, а? И все, больше тебе ничего не надо. Ты мне обещал отдать. Может, я тебе дам денег лучше, а ты сам купишь? Давай. А? Давай. От Сергея Псурцева. 1000 рублей тебе, Сереж. Спасибо. Держи на здоровье. А на сигареты? Вот тут и купишь отсюда. Отсюда? Ну, а почему и нет? И на еду, да? Ну, да, на что захочешь. Ты что? Что будешь брать? Я 4 дня не ел, понимаешь ты? Видишь, как бы я стал. Почему не ел? Денег нету. 4-ю принесу, да сегодня только 2-е. Я же тебе звонил, помнишь? Все, давай, покупай, что там надо, маме купи тоже покушать. Я куплю и молочка куплю, и все. Ну, потихонечку, по чуть-чуть. Того всего. Слышь? Давай, Сереж. Да у тебя курить нету? У меня нет. Одну не нарисуешь? Ну нарисую, как же я тебе не нарисую? Серёж. Как же я тебе не нарисую? Держи. Фу, голова болит. Ну там хватит тебе до пенсии? Не хватит. А когда пенсия-то у вас? 4-го. Может, еще должен? Пока нету ничего. Вот что было, сразу тебя отдал. Ну, все, хватит и этого. Может, тебе тоже пенсию давай сделаем? А? Как? Ну как? В больницу сходишь, 1, 2, 3. Отметят там и будут платить тебе пенсию. У меня до пенсии еще 4 года. Ну, давай оформим, попробуем. Зачем? В больницу сходишь, и что там узнаешь там, и там оформят. Зачем? Чтобы платили пенсию. Тебе же до пенсии далеко еще? Вот, а это заранее сделаем. Как? Ну как? Раком до Китая. Почему? Раком до Китая. Думаешь, не получится? Сколько мне до пенсии? 4 года еще. А у тебя пенсия есть? Да же откуда же она у меня? А почему ты не делаешь себе пенсию? Потому что до пенсии рановато еще. Ну? Давай. Потому что мне 45, Сереж. Не забывай меня. Хорошо. И я тебе не буду забывать. Мой друг твой идет. Аня, кто идет? Да я видел. Давай, пошел я. Здорово. Давай, Сереж. Маме привет, Сереж. А, как она, Ника? Да ничего, нормально. У тебя как? Привет, Сереж, тебе тоже всегда от них. Хорошо, передам. Оттуда, с того берега моря. Что там у тебя? На как это пройдет? 2 месяца уже. Хули, пятка на здоровье, такие лодки. Куда залез? Надо знать. Знать места?